Что-то ты припозднилась, Веруня. Да убить! Вот это про сыночка убитого, про... Нафиг надо было лезть в чужую семью. Значит так. Слушай, запоминай. Я организовал покушение на семью Аллы. Марку. Но ты же не хочешь, чтобы по твоей вине... Да? Я все-таки пока еще жена твоего брата. Жалко, Зойка не получилось, думала, она спит. Мне тебе хана. Как и все. Села, я сказала! Бабки, думаешь, мне твои нужны? Ты удивлена? Да? Человеческий, ты понимаешь? А надо. И я готова была ради него в память. Меня попросил. Ты отняла у меня лучше. А ты все уничтожила. Ты! Ой, мама. Сказать что-то хочешь? Давай, говори. Ну, давай, давай. Лечись, психопат. Что ты ху мне подхмухал? Ну что такое? Где моя часть? Жалко. Теперь вам точно конец. Вас больше здесь никто искать не будет. Шоу скоро начнется. Входи. Не стесняйся. Правильно говоришь.